Боже, как же было лень собираться. Сегодня еще такой неприятный день. Четыре пары, ну ладно. Я помимо салата взяла еще шарлотку попробовать, а Лейла вареники. Все, я наконец-то дома. Конечно, так жарко было в этой кофте. У нас еще какое-то лето до сих пор. Сегодня был такой самый загруженный день по парам, а дальше вообще лайтовая неделя. Плюс завтра выходной. Вообще отлично. Сегодня вторник, выходной день, как я вчера и говорила, поэтому я сейчас быстро уберусь и пойду собираться на физру. Я уже собралась, выхожу. Лейла, хорошо, что она сегодня не пошла на пары, а идет на физру. То я не хочу одна идти. Мы пунктуальные, уже пришли на физру в туалет. Мы уже идем. Нет. Мы пришли. Ждем. Мы бежим. Психаря так снимаем. Ой, сегодня какая-то жесткая тренировка, у меня все руки болят. И играли еще долго. Ну хорошо, поиграли весело. Как хорошо, что мы дождались автобус, который едет прямо к нашему дому. Мне сейчас надо еще зайти на Вайлдберриз. Ух, я наконец-то дома забрала с Вайлдберриз несколько покупок. И сейчас покажу. Первая — это такая полезная покупка. Я заказала мультивитамины, потому что с наступлением осени волосы почему-то стали жестко выпадать. Ну, может, это не за осень, но обычно осенью такое бывает. Вот, и я поэтому решила сказать такие витамины, они в целом для волос, и для ногтей, и для кожи, и для всего. Ну, посмотрим, надеюсь, помогут. Дальше я заказала такой вот чехол, всего лишь за 300 рублей. Ой, кстати, даже неплохой, качественнее, чем я думала, с бабочками и звездами, в целом милый, нежный. И дальше специально к... вот этим мультивитаминам я заказала... Сейчас покажу, что... О, какая наклейка! Я заказала вот такую... А, блин, а, понятно. На картинке там таблетница была с мишкой, а это, походу, на нее просто наклеили наклейку. Ну ладно, мне, в принципе, без разницы. Я заказала таблетницу для вот этих вот витаминов, потому что их нужно пить 3 раза в день. А понятно, что я не все приемы пищи буду есть дома, и поэтому с собой буду брать в таблетницу вот эти витамины. Так, ну и последнее, что я заказала, это то, что мне посоветовал дерматолог. Крем Камилокс, гель с коллагеназой. В общем, он от рубцов и от следов от прыщей. Типа, очень помогает. Ну, посмотрим, протестируем сегодня же вечером. Все, вот такие покупочки небольшие, полезные в основном. Ой, я так устала после физры, так загоняли. Сейчас нужно будет быстренько помыть голову и потом вечером еще на лазер идти. Ну, конечно же, ровно наклеить не получилось. Ну ладно, все равно милая таблетница. Я уже вымыла голову, отдохнула, собралась, сейчас иду на лазер. Оцениваем чехол. Неплохой. Да боже, этот лазер никогда не может нормально вот с вот этими записями. А, прихожу, мне говорят, а вы же не подтвердили свою запись. Что за бред, боже, еще говорит, что она мне звонила, хотя с воскресенья мне никто не звонил. В воскресенье я перенесла запись, мне никто не звонил. Класс. Теперь еще перенесли его на 2 дня. Это фу, уже задолбало, это вечно у них непонятно что. Все, я уже пришла, зато на сердце клаву успела, надеюсь, интересное что-то будет сегодня. Нам нужно приготовить борщ. Кажется, у него там такое чувство юмора. Доброе утро. Мы встретились, идем вместе на остановку, но, к сожалению, мы в разный универ. Немножко опаздываем, но ничего, сегодня всего лишь 2 лекции. Первая лекция прошла, ничего не интересного.
я тут пью чай. Тем более у меня тут компьютер был. Так, уже прошло 2 часа, я сейчас опять буду пить чай. Девочки, едем замуж в их один, и будет вам счастье. Сейчас четверг, 8:43, и я еду только на одну пару, потому что сегодня проектный день, у нас только проекты. Я уже все, иду домой. Ой, что-то я объелась и хочу спать. Мне нужно сейчас уже скоро выходить и ехать к Лейле, чтобы мы поехали за справкой для физры, и потом пошли на физру. За справкой из-за Лейлы опасно. Короче, из-за Лейлы пришлось прийти в столовую. Ну, взяли хотя бы мне каких-то оладьев и сидим. Короче, мы забрали справку и теперь ждем еще 40 минут, потому что физру, которая в 2 часа, мы опоздали, мы идем на физру, которая в 15:40. Так, ребята, мы пришли на физру и заплетаемся. Еще взяли вот такой чай, потому что во время занятий хочется пить. Ждем. Еще 4 минуты. Очень устала после физры, как всегда. Что я так устала, что уже полчаса поспала. Здесь уже идут пацанки. Но мне скоро выходить на лазер. Ой, как всегда было больно. Ну, перетерпели и иду домой. Все, я уже дома, ем такую вкусную штучку и смотрю пацанок. Сегодня я прям хорошо выспалась до 12, потому что у нас всего лишь одна пара в 14:00, математика, и все. Мило еще, что уже закончилась процедура, мне раньше не предложили сделать какао, но потом в конце сказали, что можно сделать с собой. Молодцы. Я ходила на коррекцию бровей, сейчас, конечно, все красное. Что, потом краснота спадет, вроде норм. Мне что-то мне прям стало гадко, что она очень сильно общипала вот эту бровь. Я сейчас уже подкрасила. Ну ладно, она должна отрасти, по идее. Мы сейчас идем на Барби в кино. Я хотела сначала пойти в этой кофте, но она слишком теплая. Короче, 3 часа не могла собраться, и что-то мне не нравится даже, как я иду. В итоге такой вот лук. Так, потрясен. Мы пришли в супермаркет, я взяла читос тоже розовый. Мы уже пришли, осталось 10 минут. Вот такой фон Лейла нам подложила. Идем. Короче, мы сели на VIP, но купили не VIP. Чеп Entertainment. Моим друзьям. Эй, Барби, привет! Фильм классный, мне очень понравился. Да блин, с ногтями это капец. Не забываем подписываться на Телеграм, там я каждый день.